Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Я не так часто рассматриваю реактивные самолеты, но все же о них следует иногда рассказать. Ведь как-никак, это последняя ступень развития целой авиационной ветки War Thunder. Сейчас все последующие модификации будут нацелены на добавление 6-го ранга авиации. И пока у Франции нет этих самолетов, мы поговорим о топе 5-го ранга, а именно об МД-452-2C. Находится самолет в одном ряду с эффективными штурмовиками, к тому же это единственный истребитель, который обладает 30-мм пушками. Его боевой рейтинг составляет 9,0, что не исключает возможности попадания в один бой с истребителями 6-го ранга. Но вот на равных он с ними бороться не сможет, ибо по своим летно-техническим характеристикам французский истребитель выделяется не сильно. И во многом уступает даже самолетам 5-го ранга. Начнем с того, что наша максимальная скорость по флату равна 1055 км в час, а это уже исключает любую погоню за топовыми реактивами. Приемистость двигателя тоже оставляет желать лучшего. Разгоняемся в горизонте мы явно хуже, чем остальные реактивы на данном БЭРе. И это хорошо ощущается после совершения маневров. Хотя, если посмотреть на ЛТХ по карточке в игре, то по характеристикам мы похожи на советский МиГ-15. Скорость подъемность составляет аж 40 метров в секунду, но почему-то в воздушном бою сразу чувствуется слабая тяговооруженность. Уходя на вертикаль, мы практически всегда проигрываем мигом или сейбром. Дело в том, что несмотря на мощный двигатель, французский самолет на 2,5 тонны тяжелее мига, что явно сказывается на его характеристиках. Из преимуществ могу выделить только одно – это маневренность, она у нас неплохая. Правда, у нас нет такого дикого ролла, как у сейбра. Но пропустить мига мы все же способны. Главное заранее знать о его заходе, а дальше уже дело техники. Также можно попытаться его контратаковать. Иногда это все же получается сделать, но времени на такой маневр у нас немного. Если вы все же успеете его подловить, прежде чем он оторвется от нас по скорости, то он познает весь наш урон 30-мм пушек. Кстати о них. У нас установлены две 30-мм пушки DEFA-541. По характеристикам они схожи с британскими пушками Адан, в том, что все они были построены по аналогии с немецкой пушкой револьверного типа MG-213C. Это скорострельные, точные и очень мощные пушки. Огорчает них лишь одно – это малый боекомплект. 300 снарядов хватает всего на 2-3 сбитых самолета. Их скорострельность не позволяет нам разгуляться, и вести огонь необходимо короткими, точными очередями. Ленту я обычно ставил для воздушных целей, там еще есть бронебойная, но, как по мне, она показалась неэффективной против самолетов противника. В заключение, по воздушным боям, скажу, что мы чем-то похожи на советский истребитель Ла-174. Он такой же маневренный, хорошо вооружен, но ему частенько не хватает скорости, чтобы угнаться за сейбром или другим быстрым реактивом. В нашем же случае на боевом рейтинге 9,0 все куда сложнее. Чтобы кого-то сбить на французском истребителе, вам необходимо приложить максимум усилий. И то, скорее всего, будете как собачка бегать за всеми реактивами в попытке догнать хоть кого-нибудь, а они просто будут спокойно уходить в горизонте. Мне кажется, что нужен пересмотр всех боевых рейтингов реактивной авиации, потому что сейчас некоторые самолеты страдают от своей бесполезности. И в отличие от поршневых истребителей, где еще можно выиграть с помощью тактики, в реактивной эре все упирается в максимальную скорость и динамику разгона. Редко попадаются те бои, где мы можем использовать свое главное преимущество. Маневрировать приходится только в случае атаки противника. С добавлением 6-го ранга все превратилось в противостояние двух топовых реактивных истребителей. Сейчас МиГ-19 и Супер Сейбр сражаются друг против друга, попутно сбивая всех остальных. Бороться с такими сильными противниками нелегко, особенно учитывая нашу скорость. Но, к моему удивлению, французский самолет раскрыл себя как хороший штурмовик, который может спокойно сделать пару фрагов в совместных боях. Из подвесного вооружения у нас на выбор есть два типа бомб и ракеты. Использовать советую снэбы, ибо они отлично взрывают вражескую технику. Это кумулятивные ракеты с бронепробитием в 300 мм. Урон от них, конечно, рандомный, но зачастую они подрывают боекомплект и пятую точку танкисту. Всего в наличии у нас имеется 38 ракет, что позволяет сделать 19 пусков. К тому же, зарядив наземную ленту, можно уничтожать легкие цели с 30-мм пушек. БМП, зенитки и легкие танки уходят с одной очереди. Хотя бронепробитие в 39 мм позволяет забрать и крупные цели, но это уже опасно, потому что на таком БРе имеются зенитки с маркером упреждения по воздушным целям. А учитывая, что в РБ они стоят дешево, то их берет каждый третий игрок.
А вот чтобы взять реактивный самолет, вам нужно накопить 720 очков, что равно захвату точки и уничтожению 2-3 танков. Набить очков в начале боя получается не всегда, и к тому моменту, когда вы возьмете реактив, вас уже будут ожидать зенитчики. Штурмовка с их участием сильно снижает шансы на успех, учитывая, что повторно взять реактив вам не дадут. А вот в симуляторных боях по праву можно насладиться французским штурмовиком. Если во вражеской команде нет зениток, то считайте, что это ваш удачный бой, ведь сбить вас могут лишь истребители, которые появляются довольно редко. Французский самолет управляется плавно, без рывков. Единственное, что при заходе на наземные цели, желательно, чтобы у вас была скорость не ниже 400 км в час. При резком выходе из пикирования самолет проваливается по высоте и может перевалиться на крыло. Обзор с кабины неплохой. Правда, чтобы посмотреть на 6, вам потребуется выглянуть за бронеспинку. В заключение могу сказать, что МД-452 сейчас расположен не на своем боевом рейтинге. Я не знаю, зачем ему дали столь высокий БР, потому что по ЛТХ он не выделяется, соперничать с МИГом не может, пушки это не такой серьезный аргумент, а подвесное вооружение с учетом наличия зениток и сильно завышенного количества очков в совместных боях вынуждает скорее брать вертолет, чем реактив, потому что он с турами стоит в разы меньше, да и живет намного дольше. А что думаете вы? Пишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. Что касаемо истории, то я ее уже рассказывал в своем обзоре про другую модификацию Мистер. Вышло видео еще год назад, но кардинально по данному самолету ничего не поменялось. И он также расположен на боевом рейтинге 9.0. А ведь этот самолет еще хуже по своим характеристикам. Ссылку на видео я оставлю в описании. Кому интересно, советую ознакомиться. А на этом видео подошло к концу. Не забудьте поставить лайк и хеншель и подписаться на канал. Ну а я вам желаю, как обычно, легких фрагов и чистого неба над головой.